Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Иногда кажется, что человечество, приобретая все прелести научно-технического прогресса, утрачивает не только интерес к чтению, не только умение общаться друг с другом, но и тягу к развлечениям. Согласитесь, ряженые массовые танцы, праздники дураков, карнавальные процессии, уличные музыканты, кукольники, эквилибристы, жонглеры – практически все это в далеком нашем прошлом. Владислав Даркевич, доктор исторических наук, собрал уникальный материал и систематизировал его в любопытной и очень познавательной книге «История средневековых развлечений от куртуазных увеселений до карнавалов и праздников дураков» 9-16 века. Люди средневековья предстают эмоциональными. Смех легко тогда сменял слезы и наоборот, а праздник дарил утешение и радость, уравновешивал серую монотонность будней. Человек, превращенный в придаток к делу, лишенный радости, лишенный праздника, этически неустойчив. Сухая мораль застревает у него в горле, вызывает желание поступить назло, наоборот, утвердить себя какой-то дикостью, писал известный советский российский ученый Григорий Померанц. Праздники противостояли коллективным страхам, вызываемым сознанием социальной беззащитности, эпидемиями, голодными годами и вражескими вторжениями, представлениями о всемогуществе дьявола и его слуг, наконец, постоянным ожиданием страшного суда. Праздновать значило коллективно ощущать целостность мира. Главным источником книги Дарковича стали произведения изобразительного искусства. Благодаря их наглядности средневековые увеселения предстают во всей достоверности, с удивительной прелестью и выразительностью подлинных деталей. Вот музыканты со всевозможными инструментами, вот дрессировщики с медведями и танцующими козами и собаками, вот кукольники и фокусники-иллюзионисты, вот разгульные масленичные карнавалы, а вот занимательная игра в лягушку посередине. А какие танцы парные с мечами, фарандола, хоровод, мавританская пляска, психологический феномен средневековой культуры, мудро безумствующий шут. Как справедливо заметила Виола, в «12-й ночи» Шекспира есть мудрый смысл в дурачестве таком, а умный часто ходит дураком. Шутовское балагурство и срамословие превращали действительность в комедию, а людей – в актеров. Знакомимся с историей средневековых развлечений Владислава Даркевича. Возрастных ограничений нет. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».